Смотри лаки-блоки в Майнкрафт, ссылка в описании ролика. Как же прекрасно встречать рассвет. Очень люблю этот район, солнышко светит, все очень прекрасно и великолепно. Думаю, нужно будить Уэйна и идти завтракать. Уэйн, братишка, а. Уэйн, давай просыпайся. Не понял. А где Уэйн? Он, наверное, уже завтракать пошел. А меня не разбудил. Ну, в принципе, зачем меня будить? Ладно, пойду к нему. Дверь открыта. Уэйн! Уэйн! Черт! Вот это уже меня настораживает. Он по-любому должен был быть здесь. Зале его тоже нет. Черт, это все из этого долбанного яблока. Он, наверное, опять куда-то пошел. Или... Подождите, может его схватили? По-любому схватили. Блин, я ведь предупреждал, выкинь ты это яблоко, или да я его съем. Вот человек, сто раз ему говоришь, черт побери, как же его выручить? Черт, надо думать, блин. Да что же мне делать? И тут его нет. Нигде его нет. Ну да, в принципе. Блин. Уэйн! По-любому он там, я же забыл посмотреть ванны, точно. Уэйн? Вот чёрт. Уэйн. О, здорово. Вот ты. Опять я испугался, понимаешь? Ты постоянно. Постоянно ты меня пугаешь. Тебе вообще нельзя одного дома оставлять, опять ты чего-то боишься. Понимаешь, что дверь сейчас открылась, а думал, ты здесь был, а? Поехали. Сквозняк, по-любому сквозняк. Ну, так прикроем ее. Идиот. Ты где был? Ответь мне на такой вопрос. Я в Лондон ездил. Я хотел поспрашивать, что это за яблоко. Но все говорят, что это просто обычное, непонятное. Фигня, это просто яблоко. Просто яблоко. Так что, пошли, что тут стоять, пошли на кухню. Ты, кстати, можешь это яблоко теперь благополучно съесть. Ну, пошли на кухню, это нужно обсудить. Пошли. Так что, чё, реально, почему так все изменилось? Почему ты можешь не... Ну ты же... Потому что, кажется, оно действительно бесполезное. Блин, ну тогда... Я чешу, конечно, я не разгадал, что это. Дай его мне. Держи. Жалко. Ну как, тут есть какие-то ощущения, может быть? Может быть, в глазах? Невидимым ты не стал. Понимаешь? Может быть, силу прибавил? Давай, на поднимем. Меня какая-то легкость. Легкость прям настигла, понимаешь? Мне вообще классно. Слушай, надо было с тобой поделиться. Какая-то энергия, понимаешь? Что ты делаешь? Что-то в животе кулит сильно. Отпустило. Непонятно. А вдруг ты сейчас просто изнутри взорвешься? Ну тогда я отойду от тебя. Да ладно, это обычный яблоко, слушай, ну как... Просто эффект от него... После него такой. Да. Ну раз обычный яблоко, хер бы с ним. Слушай, не хочешь проверить, раз что-то мне... Воздух нужен. Воздух. Ну, не знаю, пошли, пройдемся что-то немножко, пару домов обойдем. Да, пошли, воздух. Воздух. Классно гулять, кстати, надо почаще это делать. Да. Здорово. Да, вообще здорово. Как, нет никаких побочных ощущений после яблочка? Да вроде нет, слушай, вроде отошел я. Смотри. Какой маленький. Ой, ты крошечный, а. Котенок, слушай. Слушай, давай его себе заберем. Я не знаю как-то. Ты умеешь обращаться с котами? Вечер. А что обращаться? Ну, научимся. Я даже имя ему придумал уже. Да? Потом скажу. Ну ладно. Ну, давай что ли возьмем. Ну ты сам, ты хочешь? Я тебя вот спрашиваю. Я хочу, но я как-то не уверен, а вдруг мы сделаем ему что-то не так. Смотрю, он один на все улицы. Да, но ничего никто не собьет. Я вам собью, черти. Да. Солью в жопу разрежу, чего. Ну вечереет уже, слушай. Ну давай, берем и пошли. Да, ладно, пошли. Пошли, малыш. По-моему, он няша. Он очень классный.
Ну чё, как назовём-то? Всё-таки по-твоему, да? Споти. Споти. Ну, Франк тоже хорошее имя, ведь. Да, очень классное. Где-то я его уже слышал. Ну, может, по телеку, Франк. Ну, а так? Так, блин. Ну, Споти, классное тоже. Споти. Я засуну его себе в комнату. Пусть он там живёт. А, пожалуйста. Ну, я пойду, короче, мыться. Ну, а потом спать. Ты чё, как? Ну да, я тогда... Свет гасить здесь не буду, ты назад пойдешь, выключишься, ладно? А, окей, все, ты все тогда с ним, да? Ладно, я мыться, давай, все там. Давай, Спок. Доброй ночи, Спок. Ага. Давай. О, тебе стали интересны мои книжки? Нет, судя по всему, не очень. Ну ладно, спи со мной. Спокойной ночи, Споти. Надо умыться пока. А чё вода-то не работает? Странно. Может, свет... Спасибо за просмотр видео. Если оно тебе понравилось, поставь под ним лайк. И обязательно подпишись на наш канал, чтобы не упускать возможность следить за новыми сериями различных сериалов.